Вот, друзья, наступил момент, когда коровка из Кореновки, краснодарская сгущенка, в данном случае сливки сгущенные, где-то состыковались с блинами американскими. Блины американские изготовлены нашими сотрудниками. Вы видите, что это два разных типа блинов. Вот есть одни такие, а другие такие. Они сговорились, сделали дома блины. И мы сейчас вот их с этим делаем. Надо сказать, что вчера, когда увидев эту сгущенку, мы задались вопросом, а как ей пользоваться? Значит, вот говорят, надо с блинами. И мы решили делать блины. И только потом одна из студенток, я ее спровоцировал, я ей говорю, скажите, вот если бы у вас была сгущенка, что бы вы с ней сделали? И она сказала, я бы ее в кофе положила. И тут до нас дошло, что действительно сгущенку можно положить в кофе. Вот. София, как вы относитесь к сгущенке в кофе? Очень хорошо, только калорий много. Правда? А вообще сгущенка, да, это ее очень неплохо в торт. Скажите, в Одессе, масло. В торт я согласен, в Одессе при коммунистах люди сгущенку лили на блины? Нет, при коммунистах они с икрой ели и со сметаной. Вы, кажется, агитируете за КПРФ. Миш, ну я так давно уехала, тогда это можно было даже в магазине купить. Вы знаете, что я помню время, вот я вам расскажу, я помню время, когда по мере того, как продукты исчезали из социалистического, так сказать, этого торга, пустые прилавки заставляли такими пирамидами из сгущенки. Вот. То же самое происходило когда-то, когда пропали шпроты, ставили сайру, потом пропала сайра, стали ставить вот... А крабы, вы помните, все крабами заставляли было даже... Это может быть в Одессе, я не знаю. Так вот, значит, заставляли этой самой сгущенкой, а потом пропала сгущенка. Потом пропала сгущенка. Вот. А сейчас она нашлась, но за другие деньги. Ну, то есть стало как у вести, как у людей. Они есть, разные. Да, кто разные. Сделал? Так, какие блины лучше пошли? Обе вкусные. Все по-разному, но очень вкусные. Ну, я сейчас тоже один съем и пойду принимать тест у студентов. Забирайся в свою комнату. Бон аппетит. Спасибо. Миш, зовите их в свою комнату. Да. Он сейчас придет.